добрый день! Приветствуем вас на нашем вечере вальса. Как и откуда произошел танец вальс, точно не установлено. Но, безусловно, его предками являются пляски народов Европы в середине 18 века. По одним данным, родоначальником вальса был народный танец вальтар из Италии и Франции. По другим – матеник и его разновидности фурианте, исполняемые на праздниках в Чехии. Но самый близкий предок вальса – это, пожалуй, австрийский танец лендлер. К концу 18 столетия этот танец был принят высшим обществом, но отнюдь не сразу. Мастера танцев того времени расценивали вальс как угрозу их профессии. В относительно короткий промежуток времени можно было изучить основные позы, шаги и движения вальса, тогда как минуэт, мазурка и другие танцы знати того времени требовали значительной подготовки не только в изучении многих сложных фигур, но также и в приобретении правильной осанки и соответствующих манер. Вальс также подвергался сильной критике со стороны моралистов. В обществе считалось неприличным расположение партнеров настолько близко друг к другу. Религиозные лидеры единодушно оценили новый танец как вульгарный и греховный. Придворные круги были упрямо настроены против вальса, а в Англии, в стране строгих нравов, вальс восприняли еще более холодно. В июле 1816 года вальс был включен в бал, данный в Лондоне принцем-регентом. Передовая статья в газете «Таймс», спустя несколько дней гласила: «Мы отмечаем с болью, что неприличный иностранный танец, названный вальсом, был исполнен при английском дворе. Достаточно бросить глаз на чувственные переплетения партнеров и тесные объятия их тел в танце, чтобы видеть, что это весьма далеко от той скромности, которая до настоящего времени считалась отличием английских женщин. Мы обязаны предупредить каждого родителя против приобщения его дочери к столь фатальному пагубному влиянию». Даже намного позднее, в 1866 году, статья в английском журнале «Высший свет» гласила: «Когда мы видим нашу сестру или нашу жену, за которую ухватился странный человек, страстно обнимает ее и без малейшего стеснения кружит вокруг зала, мы едва можем удержать ужас, который охватывает нас при виде этого злого танца». Зато редко упоминался тот факт, что правящая королева Виктория была пылким и опытным исполнителем бальных танцев и с особой любовью относилась к вальсу. Но поскольку история повторяет себя много раз, популярность вальса только выросла. Буржуазия приняла танец с большим энтузиазмом сразу после Французской революции. В одном только Париже было почти 700 танцевальных залов. В Соединенных Штатах вальс был исполнен в первый раз в Бостоне в 1834 году. Thank you.
вальс великого австрийского композитора Иоганна Штрауса «Голубой Дунай». Именно он, а также его менее известный коллега и земляк Франц Ланнер дали вальс второе дыхание. Туляковой не видать. Я видел Туляковой. Иоганн Штраус родился в семье известного австрийского композитора Иоганна Штрауса старшего. Двое из четырех братьев Штраус-младшего, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Мальчик учился играть на скрипке тайком от отца, который хотел видеть сына банкиром и устраивал яростные скандалы, когда заставал его со скрипкой в руках. Однако при помощи матери Иоганн-младший продолжал тайком совершенствоваться в музыке. Отец вскоре отдал его в высшее коммерческое училище, а по вечерам заставлял работать счетоводом. В 1844 году Иоганн-младший закончил свое музыкальное образование у известных педагогов, которые дали ему блестящие рекомендации. Когда он все-таки решился обратиться в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром, мать, опасаясь, что Иоганн-старший воспрепятствует выдаче лицензии, даже подала на развод. Штраус-старший в ответ лишил детей Антанны наследства. Вскоре Штраусу удается набрать небольшой собственный оркестр, и он с успехом выступает в венском казино «Дом Майера». Репертуар оркестра в значительной степени состоял из его собственных произведений. В первое время сильно мешала зависть со стороны влиятельного отца, который заносил в черный список те заведения, где выступал сын. Не допускал он придворные балы и другие престижные мероприятия, которые считал своей отчиной. Но вопреки всем усилиям отца и благодаря почитателям таланта Иоганна-младшего, его назначили капельмейстером военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. В 1849 году Штраус-старший умер от скарлатины. Иоганн на могиле отца сыграл реквием Моцарта, посвятил его памяти вальс «Эолова арфа» и издал за свой счет полное собрание его сочинений. Отцовский оркестр решил присоединиться к музыкантам сына, и объединенный оркестр отправляется на гастроли по Австрии, Польше и Германии. Всюду он имел колоссальный успех. Вскоре Иоганну передают все отцовские полномочия на придворных балах и концертах. Приглашений так много, что он нередко отправляет вместо себя одного из братьев. В отличие от отца, он никогда не завидовал и шутил, что братья талантливее меня, но просто я популярнее. В 1856 году состоялись первые гастроли Штрауса в России. Он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным окладом. И в течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой. Но родители Ольги воспрепятствовали их браку. Любовные письма Штрауса к Ольге Смирницкой разыскала и сохранила его третья жена Адель Дольч, создавшая после смерти мужа музей Штрауса. Конец 1860-х, начало 1870-х – расцвет штраусовского гения. В этот период он создает свои лучшие вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса». Всего он написал около 20 вальсов, причем таких прекрасных, что его прозвали «Королем вальсов». Мы надеемся, что жизни Иоганна Штрауса и особенно его вальсам мы сможем посвятить в будущем отдельную программу. А сегодня его венский вальс. Венский вальс.
России при дворе вальс сначала тоже не одобряли ни Екатерина II, ни Павел I. Император Павел издал даже специальный указ, в котором запрещалось танцевать вальс. Особенно сильно не любила этот танец его жена, императрица Мария Федоровна, и даже ее сыновья Александр I и Николай I не решались протестовать. Только после смерти Марии Федоровны в 1830 году появилась возможность исполнять вальс на придворных балах. Еще длительное время репутация вальса оставалась под сомнением, но на частных балах русской знати вальс стал одним из популярнейших танцев. После окончания Отечественной войны 1812 года для решения проблем послевоенного устройства собрался Венский конгресс. В Вену съехались императоры и короли со своими свитами, дипломаты и писатели со своими семьями. Днем решались судьбы Европы, а вечерами бурно кипела светская жизнь, где на балах все самозабвенно танцевали вальс. Само собой разумеется, что участники конгресса из России привезли модный танец в Петербург, и вскоре без вальса не обходился ни один бал, даже в провинции. Я думаю, многие помнят один из самых знаменитых литературных вальсов. Первый вальс Наташи Ростовой из книги Льва Толстого «Война и мир». Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и смирно поднимающиеся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшую боль. Неужели никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели на меня не посмотрят все вот эти мужчины, которые сейчас вроде бы и не смотрят на меня? А если смотрят, то как будто бы говорят, ах, это не она, так можно и не смотреть. Нет, этого не может быть. Должны же они знать, как я хочу танцевать. Как я прекрасно танцую и как им весело будет танцевать со мной. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. Сказал князь Андрей с учтивым поклоном, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию, еще прежде чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой и благодарной детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей проявившейся из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо сияло восторгом счастья. Thank you.
которые в некотором роде связывают век 19 и век 20. В вальсе почти 200 лет назад кружил даму Александр Сергеевич Пушкин. Другой талантливейший писатель 19 века Антон Павлович Чехов, хоть и не был поклонником бальных танцев, но его произведение «Драма на охоте» вдохновило советских кинематографистов на фильм «Мой ласковый и нежный зверь», а композитора Евгения Догина на один из известнейших и красивейших вальсов. Сюда нет тропинок, не сыщешь дорог, лишь феи незримо хранят свой чертог. На странной поляне раздули цветов, их феи собрали из радужных снов, из царства Морфея, чтоб зрителей звать
и в вальсе безумном влюбленных искать. Вальс прекрасных волшебных цветов феи плавно танцуют. Кто безумно и страстно влюблен, они танцем чаруют. Этот вальс на поляне цветов до утра будет сниться. Даже нам, ну нельзя не влюбиться. Волшебной был страшный финал. Из сердца она извлекала любовь, оставив навечно там злобу и боль. А тем, кто любовью напиться не мог, тому был в подарок волшебный цветок. Любовью цветок этот в сердце пылал и пару влюбленных всю жизнь согревал. Thank you.
Спасибо, что